На площадке Выборгского судостроительного завода состоялось подписание акта передачи портового ледокола «Обь». Судно будет эксплуатироваться «Атомфлотом». Дизель-электрический ледокол «Обь» – флагман проекта «Портофлот». Первый неатомный ледокол «Атомфлота». Судно оснащено современным электродвижительным комплексом и инновационной электроэнергетической системой. С момента закладки головного судна проекта до передачи заказчику прошло 36 месяцев. Основная задача ледокола – проводка судов, перевозящих сжиженный природный газ, в подходном канале в акватории порта Сабета на полуострове Ямал, где строится завод по сжижению природного газа. Судно спроектировано в соответствии с современными экологическими требованиями. Все твердые и жидкие отходы хранятся на борту и выгружаются на берег. Для комфортного пребывания экипажа на ледоколе сооружены кают-компании, салон отдыха, сауна и душевое помещение с бассейном, тренажерный зал, а также офис, конференц-зал, камбуз с продовольственными кладовыми, прачечная.